Сегодня такой не очень высокий темп был, я думаю, что и со стороны сверстали, с нашей стороны. Но очень большое количество ошибок было с нашей стороны индивидуальных. Большая группа, скажу так, игроков, что называется, не попали в этот матч. Поэтому где-то мы ехали, настраивались, хотели показать другой хоккей, но, к сожалению, не получилось. Поэтому мы и проиграли. Ну да, соглашусь где-то, что, может, темп с начала матча, особенно в начале матча, был небольшой с нашей команды, со стороны нашей команды. Тем скажут, что у нас сейчас идет марафон, это 7 игр через день. Сегодня 5-й матч. Первый период мы практически проиграли у себя в зоне, поэтому в атаке у нас ничего конструктивного не получалось. Но во втором периоде, я думаю, что игра у нас получилась, перехватили где-то инициативу, поиграли активно, то есть забили хорошие голы. Ну, в конце, так скажем, ребятам сказали сыграть по игре, не по счету, чтобы не держать счет, а играть. Ну, довели матч до победы, очень им благодарен. Так что готовим к следующему матчу.